Вот, кеше қарадым. Мына біздің президент күлі барлық байларды бәрін шақырып, инвестиция келіп атыр. Ага. Все Харабов, все, где-то 25 государств приехали. Да вы что? Казахстан. Короче, все нормально будет. Только его поддерживаете? Ну а что, он умный мужик, он по-английски разговаривает, слушай. А внутренние дела страны, как думаете, решает? Конечно, от народа зависит. Ну а как? Он же президент, должен контролировать все. Ну а что сделаешь? Ему же тяжело. Назарбаевская банда-то большая. С ними, ой-ой-ой. Их всех надо что, уничтожить, что ли? Пока со всеми наладить дела, очень трудно. Сейчас с одной бабкой не справишься, не то что с народом. Нет, ну а что, взять их разом и... О, так это опять кровь пролитие будет. Сейчас сразу совсем бедные будем тогда.